как говаривал мой один знакомый, держи яйца в тепле. Но у меня не в сумке, а главное яйца, которые вот здесь вот, в фотосумке, они действительно там чувствуют себя в тепле. Привет, друзья мои! Сегодня последняя репетиция в Питере к морскому параду. Но мы сегодня не пойдем. Я хотел сегодня выйти еще раз, то, что год назад фотографировал, но я не пойду, честно говоря, не хочу. В Кронштадте тоже все отменено, поэтому все на дисплеях, это не по мне. Сегодня будет выпуск, посвященный фотографии пейзажа. Но не просто фотографии пейзажа, а специальная пейзажная фотография. Настройки. Люди просили, я видел многих, которые интересовались моими настройками. Ну, запишу видео. А почему? Сейчас объясню, повернусь, вы все увидите. Посмотрите, сегодня какая облачность. Покажу, какие настройки для специальной фотографии пейзажной. Первая настройка, вот, нет, неправильно, первая настройка — это штатив, наличие штатива. Но сегодня Павионыч принципиально не взял с собой никаких штативов, кроме того, на котором вы находитесь. Соответственно, переходим к второй части. Вторая настройка — это такая вот. Ну, вы поняли, о чем. Если штатива нет, значит, надо руки привести в состояние спокойствия. Ну, а мне не хватает воды. Я думаю, что вода в кадре, в пейзаже — это необходимая вещь. Ну, и для Афа Ивановича тоже. Чтобы прийти в равновесие. Это вторая настройка. Третья настройка — вода. А вы что думали, про фотоаппарат, что ли, будет у нас? Настройки фотоаппарата? Да, мы перейдем к этому, конечно, несомненно. Но поскольку вода здесь есть, и даже облака красивые, и даже кто-то там в кадре стоит, может быть, не очень красивый, но во всяком случае, надеюсь, что вы на него подписаны, здесь нет интересного какого-то решения для пейзажа. И даже если я отойду, вы увидите, что особо какого-то интереса здесь нет. Почему? Потому что, как и говорил Павионыч, нет движения в кадре, кроме вот этих двигающихся на ветру, на большом ветру, кстати. И я дальше не пойду, наверное. Да, я шучу. Мы сейчас пройдем, но, скорее всего, дождик все-таки будет, потому что сильный ветер, и тучи уже такие потемнели. Да? Но я попробую вам показать какое-то место, что является ключом пейзажа. Это вот настройка пейзажа. Для этого нам нужно, конечно, камеру. Еще одна настройка, которую вы знаете, Павионыч снимал, когда в этом лесу. Вот здесь такие тоже есть подъемы сильные, да, на которых он может поскользнуться. Поэтому еще одна настройка, которая требуется, — это обувь. У Павионыча сегодня такая универсальная обувь. Я, как говорил герой мультфильма «Пятачок» и книги, кажется, дождь собирается. Если вы смотрели мое видео про запись на YouTube с телефона, то я думаю, что вы поймете, почему я говорил, что нужно, чтобы вы двигались, а пейзаж вокруг вас стоял. И поэтому я думаю, что когда вот этот заборчик закончится, у вас не так сильно будет кружиться голова. В этом смысле люди, которые снимают там какие-то пропасти, спускают камеру, там показывают. И многие из-за того, что сейчас разрешение достаточно высокое, испытывают приступы головокружения. Ну и, соответственно, заодно можем, конечно, испытать свой микрофон. Но я вижу уже лодки, которые возвращаются. Ну, попробуем напротив них. Так, ну вот, смотрите,
все разбежались, поэтому какая-то движуха начинается. Здесь прекрасные облака, есть средний план, ближний план, ну и, соответственно, есть даже люди и птицы. Поэтому мы сейчас можем попробовать реализовать один из принципов пейзажа. Ну, речь идет про диафрагму, конечно, вы догадались, потому что споры ведутся, да, что весь кадр должен быть резкий. Я так не считаю, выделяется часть именно какая-то, которая важна. Но в данном случае я хочу выделить вот этот островок и попробовать найти ее как бы с какой-то точки, которая нам бы показала всю красоту этого места. Ну и, соответственно, необычность ситуации, в данном случае дождь. Пока не зашли вот эти облака великолепные, я это попытаюсь сделать. Здесь есть наш принцип воды, есть наш принцип движения в кадре. Друзья мои, один из принципов Фавионыча во время пейзажной фотографии, в данном случае мы говорим о летнем периоде, да, в Санкт-Петербурге, это дождливая часть, посмотрите, какие замечательные сегодня облака со всех сторон. Народ весь побежал, дождь начался, но знаете, что для фотографа это самое лучшее время, потому что те моменты, которые вы можете снять во время дождя, вы увидите, что я снял, какие сюжеты. Это некое подобие стрит-фотографии, и специальная фотография включает в себя то, что... За что Фавионыча сегодня исключили в одной из группы пейзажа? Ну, потому что они посчитали, что строение, домик небольшой, это не является пейзажем. Ну, честь и хвала этим замечательным фотографам, которые так считают. Ну, а мы двигаемся дальше, я вам покажу еще что. Обращаю ваше внимание, что сегодня, вчера, ну и ближайшие там несколько недель, как и до этого, можно наблюдать замечательную комету Неовайс. Вчера, ну, сегодняшняя ночь, завтрашняя, это самое яркое событие. Но поскольку у нас в Санкт-Петербурге все заволокло тучами, и вчера я вечером выходил, приложу фотографии, тоже все это было. А период, когда у нас она будет видна только ночь, это где-то 2 часа, 3 часа, а сейчас достаточно светло, ну, красивые какие. Соответственно, если вы находитесь где-то в южных частях, ищите объекты необычной формы, ищите фон красивый для пейзажа, а фон это принципиально важное для пейзажа, для того, чтобы сделать и запечатлеть эту комету. Фликер пошел на беспрецедентные условия и выделил отдельную графу, отдельное направление по комете Вайс. Она находится на главной странице Фликера, вы можете посмотреть, и фотографии, которые я видел недавно, да, которые мне очень понравились, они зашли уже туда на самый верх. Это дает возможность фотографам реализовать так называемую специальную пейзажную фотографию. В этом заключается ее часть специальная. Да? Есть еще какие-то объекты, которые не все видят, но Фавионыч замечает, и на моих фотографиях о них есть. Это тоже имеет отношение к специальной фотографии, почему сегодня так и называется эта часть. Ну, было понятно, что это дождик на несколько минут всего, поэтому это не обязательно было делать. Ну, водичка, видите, какая сегодня мутная, потому что надуло все с залива, а там все, плюс там стройка идет сейчас, поэтому, вон, видите, какие тут резвые. Кто хочет потренироваться в пейзажной фотографии сутками, приходите в парк Юнтловский или Лахтинский, как называемый, здесь его очень много, этих уток, вон там плывут и белые какие-то, и темные, и нырки здесь тоже, и семью сейчас видели, которая уже не боится с молодыми, они уже подросли, вот такой принцип. Пейзажной фотографии. Уточный принцип пейзажной фотографии. Вы знаете, что Фавионыч любит всякие овалы, которые украсят и не только мою фотографию, но и вашу фотографию. И поэтому, если вот какие-то есть элементы, поскольку я занимаюсь черно-белой фотографией в основном, то я здесь увидел вот такие после дождя интересные образования. Ветер стих, поэтому я сейчас быстренько подсниму и вам покажу. Друзья, еще один важный принцип пейзажной фотографии специально – это момент. Вот я ждал момент, сейчас вышло солнце, люди побежали сразу на пляж со всякими там провизиями. Я успел дождаться момента, когда на берег вышли утки сами и стали частью моего пейзажа, так называемого специального, когда людей нету, они обратно все убежали. Утки это почувствовали и вышли на берег. Поэтому момент в пейзажной фотографии – это ключевое. Момент, можно так сказать. Еще один очень важный момент в том, что сейчас самолеты, да, летят, и вот та часть, которую я показываю вот в этой части, где видите облако белое, с этой стороны, вот с противоположной стороны летел медленно самолет, который
пропеллерный, да? Ну, турбовинтовой, да? В общем, я дождался, пока он зайдет в светлую часть. Закрылся на 5,6 и на 7,2. Это вопрос о настройках диафрагмы. Чтобы у меня резкая часть была и самолета, точно, и неба, и облаков, и леса. Ну и ближайших где-то порядка 10-20 метров. Поэтому я сделал глубину, которая и резкая, мой объектив резкий на семерке, на 5,6. Поэтому я точно знал, что я этот момент не упущу. Соответственно, момент пролета самолета достаточно короткий. За это время я успел всего сделать один кадр. Но, тем не менее, у меня это получилось. Так что момент, еще один из принципов специальной пейзажной фотографии с самолетами. Кто живет в Питере или кто был в Питере, знает, насколько здесь погода быстро меняется. Вот в данном случае, видите, облака, которые на дальнем плане, они быстро подсвечены сейчас солнцем, потому что там образовалось некое отверстие, и получился такой интересный момент. Специальной пейзажной фотографии относится в том числе съемка отдельно облаков, специально. У меня есть во Фликере отдельный альбом, есть группа, которая занимается съемками как обычных облаков, так и необычных образований, которые фиксирую я много лет уже. И споры о них ведутся, но тем не менее фотография это фиксирует. О, смотрите, какое гало, я не знаю, будет вам видно, но это совершенно фантастически. Вот оно, это вот дождь как раз гало. Ну, на видео это будет, наверное, лучше, я думаю, чем на фото, потому что на фото, скорее всего, хотя есть возможность проверить фавион. Пока я тут снимал гало, вертолеты тут полетели. Значит, и расскажу вам об еще одном принципе, одной настройке пейзажной фотографии. Она имеет отношение непосредственно к самой камере. Я надеюсь, что вы догадаетесь, о чем идет речь. Сейчас покажу поближе, сниму бленду. Это очень важный принцип для пейзажной фотографии. И в данном случае речь идет о чистоте вашего фильтра, объектива, пыль, грязь, все остальное. Поскольку мы снимаем при источнике мощном, это солнце, это не студийная съемка, не какие-то лампы, поэтому оно отражается, любая пыль, любая какая-то соринка, грязь, пузырь образует всевозможные эффекты, пройдя через многочисленные стекла. И тут особенное внимание я обращаю на качественные стекла, на качественные светофильтры, не дешевые, потому что они портят всю вашу электронику, насколько она дорогая бы ни была. Поэтому, когда люди удивляются, что светофильтр стоит так же, как некоторые объективы китовые, да, не удивляйтесь, потому что это часть элемента. И более того, в 70-е, 80-е года, и вот сейчас в объявлении можно найти, есть советские светофильтры, которые использовались как передняя линза в объективах. Была такая конструкция, когда передняя линза менялась. В немецких камерах тоже была такая конструкция, где переднюю линзу можно было снимать и ставить другую, и получать из нее уже другие характеристики. Поэтому качество оптического стекла в этом случае очень важно. Поэтому вот этот принцип, да, пейзажной фотографии, обращайте на него внимание обязательно. Держите все в чистоте. И ваши очки тоже. Следующий принцип не столь явен в пейзажной фотографии, но на кадре он есть. В данном случае он находится вот здесь. Здесь находятся запасные аккумуляторы, которые позволяют пейзажисту получить кадры, которые от него убегают или которые от него скрываются. Да? Обычно такое часто происходит, когда вот-вот вы ждете, пришел кадр, нажимаете на кнопку, и оказывается, что ваша батарейка села. И пока вы переставляете ее, кадр уходит. Или, например, утка плывает мимо, вы не успеваете сфотографировать то, что вы хотели. Поэтому очень важный принцип – это аккумуляторы, если вы пользуетесь цифровыми камерами. Ну, в аналоговых камерах эта проблема сама собой не стоит. Там имеет значение количество кадров, оставшихся на пленке. Вот такой принцип. Следующий важный принцип пейзажной фотографии специальной имеет отношение к свету, имеет отношение к источнику солнца, который находится за нами, к солнцу. Не думайте, что если у вас нет на объективе поляризационного фильтра, то вы избавлены от каких-то, или защитный фильтр стоит, что вы избавлены от каких-то засветок и подобного. Имейте в виду, что в любой среде, при изменении среды, или из воздуха проходит луч света, ну или частица, да, попадает в стекло, потом опять воздух. Все объективы состоят из множества конструкций, где есть обязательно
какие-то газообразные вещества, в том числе воздух или азот. Поэтому на границе свет угол расположения объектива по отношению к источнику света имеет значение огромное. Поэтому об этом мало кто говорит, но в специальной пейзажной фотографии Фавионыч вам об этом вещает. И разрешение объектива зависит не только от самого объектива, зависит от положения относительно источника, от угла. В этом вы можете легко убедиться, если будете снимать с разных углов. Как ни странно, но это так. Запомните этот принцип и учитывайте его, когда занимаетесь пейзажной фотографией. Вы найдете те точки, вы узнаете, с помощью каких фильтров можно этот эффект снизить или наоборот повысить. Вон, видите, тут полный подлет. Полетело все. Да. Ну, потому что им нравится солнце, так же, как Фавионыч, а не дождь. Обратите внимание на то место, где мы сейчас снимали. Вы видите такие косые полосы, которые можно зафиксировать, если, конечно, у Фавионыча еще батарейка осталась. Я сейчас на 6,3, у меня очень длинная выдержка, 125, и принцип следующий относится к выдержкам. Если вы видите, что не хватает выдержки в данном случае, или открываетесь, да, то я могу сделать, если я пренебрегу передним планом. Получу 500-ю выдержку, достаточно резкую. Или поднимайте ИЗО, если ваша камера позволяет снимать на высоких ИЗО. В данном случае, если я снимаю в черно-белом, то для меня это вообще не проблема. Я могу легко повысить ИЗО хоть до 1000. При таких освещениях я в программе смогу нивелировать эти эффекты. Я думаю, что вам сейчас отчетливо будет виден вот этот луч, который пробивается сквозь солнце и образует некий рисунок. Сейчас вот несколько лучей, я, конечно, не могу это упустить. Поэтому я успел поменять аккумулятор, поставил выдержку 500, ну, если кого-то интересует, да, и закрылся поглубже на 6,3, чтобы проработать эту часть. Поместив луч в угол камеры, я сделал некий эффект, который позволит увидеть вот этот луч. Это имеет отношение непосредственно к моему положению, потому что если бы я находился с другой части, да, скорее всего, луч выглядел бы по-другому. Поэтому вы не можете менять, быстро перемещаться пока в пространстве, поэтому вам приходится ловить эти моменты. Ну вот сейчас опять он очень яркий, я думаю, что вы видите его прекрасно. И заодно сможете оценить, на что способен Фавион и Сигма с его высоким разрешением. Удивительно. Сейчас они просто даже такой целой линейкой. Значит, в таких случаях интересно снимать на очень коротких выдержках, поэтому не жалейте, открывайтесь. Если объект или специальные какие-то явления, которые редкие, да, в данном случае вот такие лучи, это редкая специальная пейзажная фотография. Открывайтесь больше. Я открылся на 4,5, у меня выдержка 1000. Заполняйте кадр тем, чем вы хотите, выбирайте точку съемки и снимайте. Иногда нет времени даже заполнить, да, кадр. Невозможно выбрать точку съемки, поэтому приходится делать все это очень быстро. И один из навыков, который требуется пейзажной фотографии специальной, это быстрота реакции. Быстрота реакции не просто как-то копошиться и быстро хаотично что-то делать. Вы должны камеру понимать, как она работает, в каких условиях, изначально поставить уже установки, которые в любом случае, даже с небольшими ошибками, позволят зафиксировать это необычное явление. В этом основа специальной пейзажной фотографии от Фавионыча. Если вы думаете, что это все принципы пейзажной специальной фотографии, то я вас разочарую. На моем канале множество видео по поводу моих секретов, моих способов видения пейзажной фотографии, в том числе и специальной. И в данном случае я озвучу еще один принцип. Это изменение точки съемки, так называемый point of view. Когда вы находите какой-то необычный объект, необычное явление, если есть у вас малейшая возможность изменить ракурсы, изменить точки, с которой вы снимаете, делайте это, потому что потом вы наверняка найдете тот ракурс, который не предполагали, что он лучший. И на месте вы считаете, что лучше этот, но потом, когда вы придете на место обработки, вполне вероятно, что вы обнаружите некие объекты, некие необычные сочетания узоров, да, особенно в черно-белой фотографии, которые позволят вам выбрать другой кадр, не тот, который вы думали, а другой. И благодаря тому, что вы поменяли место съемки, вы обнаружите новые аспекты. Помните об этом принципе. Меняйте ракурсы. Это принцип специальной фотографии от Фавионыча.
поэтому они подплывают, они ждут от меня какого-то корма, но я сегодня его не захватил. Хотя в моем видео, где была охота на уток с Вячеславом, мы это реализовали, поскольку были суровые условия, и нам нужно было как-то оживить кадр, впустить кого-то. И у нас была с собой булка, поэтому один из принципов специальной пейзажной фотографии от Фавионыча. Так вот, еще один принцип от Фавионыча, специальной пейзажной фотографии. Прежде чем выдвигаться на место, продумайте хотя бы не то, что маршрут, да, хотя я повторяю, что планировать никогда ничего нельзя, пейзажной фотографии, но подумайте, куда вы идете и что вы там можете встретить. Соответственно, какие-то инструменты вам понадобятся. Может быть, вам понадобится специальная макронасадка или широкоугольная, которая у меня есть. Может быть, специальный штатив, который будет позволять вам какие-то сделать необычные ракурсы с нижней части. Видоискатель, который я сегодня убрал в сумку, но тем не менее я его с собой взял. Почему? Потому что бывают моменты, когда быстрая какая-то съемка, она совершенно необходима. И тогда пригодится вот такая штучка маленькая, которая позволит вам наблюдать не в экран при ярком свете, а, например, или в темное время суток, да, это один из принципов тоже специальной пейзажной фотографии. Необходимые аксессуары, которые позволят вам легче получить лучший результат. Вот такой принцип. Еще один принцип, который я вам расскажу, очень важный в пейзажной фотографии, подготовке к ней и в самой съемке, это ожидание. Чувство ожидания момента, да, который приходит в кадр, оно, вы можете натренировать его, и со временем вы найдете положение, при котором сможете поймать именно кадр, предвидеть его так называемое появление. И в данном случае сейчас солнце ушло. Там темная туча, но я понимаю, что там есть некое отверстие, через которое выйдет свет. И через некоторое время мы увидим там луч. Ну и если попадет птица, то вообще все будет хорошо. Каким же образом можно поймать этот момент или подготовиться к его появлению? Один из принципов, который Фавионыч пропагандирует, переведите вашу камеру в режим мануальной настройки фокуса, именно фокуса, фокусировки. И ведитесь заранее на точку, ну, лучше дальнюю точку, где вы ожидаете какой-то объект. Учитывая глубину резкости, учитывая так называемый гиперфокал, о котором я записывал видео, вы можете точно знать, что ваша камера готова к съемке, и вам потребуется только нажать на кнопку. И все. И вы не пропустите кадр, пока камера будет фокусироваться. Друзья мои, я в спешном порядке покинул наше место, потому что за мной все это, то, что мы снимали, оно возвращается сюда назад. Ну, в Питере это нормальное явление, поэтому мне надо быстренько вернуться. И в этом плане еще один заключительный момент специальной пейзажной фотографии. Это планируйте время фотографии. Тогда оно будет эффективно. Мы сегодня за час практически разобрали все и сделали несколько интересных фотографий. Надеюсь, они вам понравятся, и надеюсь, что вы подпишетесь на канал и сделаете возможным, чтобы у меня было 1000 подписчиков, и я тогда смогу вещать непосредственно с самого места в интерактиве. Какое-то сумасшествие творится. И орут. Чувствуют, что дождь. Ну, похоже, у меня сегодня с собой, я не взял свой книрпс любимый, поэтому чувствую, что сегодня я буду такой же, как после похода в золотой час с Павлом, когда мы ходили. Ну, у нас сухими остались только принадлежности фото. Все остальное было мокро. Как вы думаете, есть у меня шанс успеть? Тут уже льет. Слава богу, у меня сегодня Леви Про. Поэтому я уверен, то, что все внутри, то, что мы с вами сегодня записали, оно все сохранится. Вот это самый главный принцип пейзажной фотографии. Ну, в общем, друзья, любимый магаз рыбный. Поймали мы сегодня не только кадры, но и рыбку. Ну, я все-таки решил не дожидаться этого всего. Там все до горизонта черное, поэтому будем испытывать дальше. Друзья мои, так же, как моя купленная красная рыба любит укроп, который я тоже купил, также и пейзажная фотография
специальные фотографии, любит уроки Фавионыча, который сейчас, видите, трясет вас. Так что, надеюсь, вам понравится. Потому что, судя по тому, что мне уже ничего не грозит, и, надеюсь, моей технике тоже. Я люблю, на самом деле, летний дождь. Думаю, кто прячется, ну, прячутся они. Они дождя боятся. Поэтому, как там некоторые говорят, можем повторить, да? Друзья мои, я сомневаюсь, что сможете вы повторить, если вы боитесь дождя. Ну, а Фавионыч, конечно, сможет повторить вам уроки пейзажной фотографии. И сегодня будет экстремальная пейзажная фотография. Можно сказать, она на самом деле специальная пейзажная фотография. И пока не сдох мой телефон от дождя, поскольку он у меня не герметичный, я рекомендую вам и советую вам, и прошу вас подписаться на канал, чтобы я и дальше смог вас радовать не только про специальную пейзажную фотографию. Увидимся, пока!